Э, Локи! Привет, я тут! Всем привет, друзья! С вами канал Black Horror и Локи. Привет, ребят! Мне, знаешь, что напомнило в какой-то игре? В Гарри Поттере, по-моему, в старых частях там были персонажи, к которым нужно было подходить, и они тебя зазывали практически точно так же. Типа, эй, Гарри, подойди сюда, я тут. И в кусты, так. Ну что, ребят, мы разобрались в Бруклине в прошлой серии в полицейском участке. Было там много смертей. Я думаю, теперь будем на среднем играть. Чтобы да ну, сидеть. Давай на высоком. Ну ладно, да. Только ты тогда не раш так сильно. Ну да. Сейчас мы как раз попали в ту локацию, где были в бета-версии. Да. Мы знаем, кстати, что будем... сейчас сможем забрать все наши бонусы. А, вещи за то, что участвовали в бета-версии, за то, что там в бета-версии Rainbow Six участвовали и так далее, да? Да-да-да. В общем, Ubisoft Club, как там это говорится. Ну, хоть какую-то прикольную штуку себе сделали. Не, ну да, мне, кстати, оно очень нравится. Ты получаешь ачивки, за это тебе дают дополнительные какие-то у них там внутриигровые валюты, за которые ты можешь покупать какие-то DLC. Да ну, это круто, реально круто. Ну да. Так, ну и где так, их можно забрать? Так, здесь у нас есть торговец. Эй, подходите, не стесняйтесь. Подошел, здорово, подошел. Нигас, так, давай продадим тебе всякое барахло. Я тоже продам всякое... Его, кстати, можно это... Там ломать на что-то. Так, ну покупать его не точно ничего не буду, до пока свидания. Что. А, дробовика, эту пушку пока тоже продам, эти серые нам. Так, особо. И что у нас? Схема обстановки. Разверните операционную базу сотруднику ОТГ. Пошли, развернем эту операционную базу. Так, так вот смотри-ка, вот здесь можно с кем-то поговорить. Найти агентов. Ну-ка. Запросить доклад об обстановке. В смысле? Нам еще столько всего нужно сделать. Не забудь, в такой холод надо надевать шерсть, а не синтетику. Меня посадили за эту работу. Ты что так ходишь? Я просто... Ты услышал, что он сказал, что у нее радикулит, и такой, знаешь, за ним ходит? Полегче, женщина. Она сказала, что надо меховые трусики одевать, потому что... Ну да, я слышал. Там ничего полезного. Ну, кстати, вот вспомни, в бетке такого не было. Это какое-то задание. Одеть трусы? Задание получено, задание выполнено. Найти агентов нам не надо. Да, пошли дальше. С тобой можно... Что с тобой можно? Ну, я про чувака с ним поговорить можно. Ну да. Калашников может купить себе. Да, ну, ты сейчас сильно не увлекайся. Хотя, да, найдем это еще. Там так, вначале... Вот вначале нам... должен ящик быть. Вначале нам всегда какую-нибудь херню кидают, а потом ничего не кидают. Так что деньги лучше оставлять на потом. Так. Так, вот это что это? О, тайник. Тайник, это вот здесь вот? А вот там должно, по-моему, быть. Так, ну давай смотреть. Инвентарь. И чё? Нет, я говорю, рунных предметов. Тайник пуст. Инвентарь. А, это то, что моё. Видать, придется ждать до главной базы. Скорее всего, там какой-то будет паренёк. Так, вот это просто карта? Да, её отсканировать надо. А, видимо, помнишь, в Dying Light был такой кладовщик, который тебе давал предметы? Так, подожди, я не за тем иду. Вот он ты, давай. И вот мне кажется, здесь тоже какой-то должен быть. О, прикольно. Не, ну, здесь так, как-то изменилось под... маленько, да? Начали бегать. Они кто начали он? Бегать. Кто ну помнишь, начал? Раньше в этом переходе он не бегал, по-моему. Не-не-не, а он не бегал там, когда мы в здание заходили. Да. Так, ну все, мы уже при оружии. Так, давай посмотрим по карте. Может, а что за синяя куда-то метка? А это вот нам выдало, типа, задание. Ну, это как побочка. Можно сходить туда, в принципе. Инцидент там какой-то. Ну, давай сходим. Там мне можно интересно. Кредитов подзаработать. А, ты так пошел? А мы там пройдем? Да, я думаю, пройдем. Надеюсь. А, не-не-не, здесь будет тупик, по-моему. Ты уверен? Ну, вот здесь там вроде проход нет. Тут где-то было... Вот, мне даже цель тут же показал. Вот, вот здесь. А-а. Все жду тебя. Я прямо за тобой. Ну, смотри, вот объявление. Такая... Прикольно, да? Вот, они меня только прогрузились, а вначале такие впилили. А я, кстати, услышал, что разработчики обещали, после какого-то обновления дадут в настройках нам какие-то функции убирать, ну, у консольщиков, и тем самым увеличивать FPS.
Хм, прикольно. Я как понял, до 60 или до 40? Честно, меня удивило то, что Season Pass 2600 будет стоить. Ну это да. Ты решил через дворы пойти? А не, я лучше за тобой пойду. Пока никаких угроз не обнаружено. Так, подожди меня, я с Узи тут бегаю. У него, кстати, у меня лазерка установлена, прикольно. Так, ну так, вот и, в принципе, сам я город. Я уже где-то слышу. Сам такой, самый такой живный. Живный. О, ё-моё, смотри. Я таких, кстати, встречал. Сейчас вот вещи какие-то подобрать можно у них. Вроде нет. Не-не, пока нет, там вот впереди сейчас будут ребята. А я таких вроде встречал там в самом начале. То есть они кого-то трупы шмонают. А что забрать можно? Внимание, так что, давай потихоньку. Здесь можно присесть? Угу. Как? Нет, как бы так присесть, я имею в виду. А, так нет. Вроде. Так, я предлагаю гранатку им кинуть. Давай. Прямо. О! Что он делает? Это они. Здорово, ребят. Никого, говоришь, да? Так, готово. Получи свинца. Это слева, слева, слева. Отлично. А, отлично. Главный противник был ликвидирован, слышишь? Да-да-да, над тобой там вот в ящик ходил. Да, расстрелял его. Отлично. Чё-то подобрать можно. Или ничего. О, ящик. Что тут у нас? Перчатки. Круто. О, мне супер, супер 90 какой-то шотганчик дали. А, кстати, о, по-моему, на втором уровне, если не... На ой, блин, уровне. Подожди, у меня дали 5 уровня ж перчатки, при том, что и 4. Мы ж теперь можем 2 оружия носить. В курсе? На 4 уровне открылся. У меня нет больше оружия. Я же остальные продал. Да, ну вот я шотган подобрал. Ну, смотри, так, собачка. Их, кстати, эй, можно убивать. Да не надо. Ну-ка, так, прикладом. Нет, давай ставим его. На приклад она не реагирует. Так, ну что, ты заметил, что цель у нас пропала? Иногда мы... А вот выбрать операцию, выбрать. На сенсор нужно нажать. Опорный. В этот пункт. Все, я точку поставил. Идем за мной. У тебя она появилась? Нет. Точка напарника 0,3 километра. А, ну это моя точка. Это миссия. Угу. Вроде бы. Я, наверное, не на миссию прям поставил, а где-то рядом. Но все равно. Все да, равно. Пойдем посмотрим. Уже стемнело так нормально. Блин. Мы, кстати, вроде на той крыше были. Помнишь, где Андрея убили? Опа. Смотри, здесь 5-9 уровень. Ага. Чуть все, опасно. Хоть туда уже? Тихо, тихо. Ты в смысле? Так нам здесь пройти нужно, чтобы сократить путь. Убьем их? Давай поможем. Забирайте все, только отпустите меня. Пожалуйста. Готов? Раз, два, три. Да, поехали. Мы чуть нашего жителя не расстреляли. Опа-па. Так. Никто живым не уйдет. Никто живым не уйдет, из вас точно здесь никто живым не уйдет. Да, все, справились. Слабаки. Мне вот такое нравится. Идешь, тут какие-то миссии такие встречаются, знаешь, где там кому-то помочь. Ну да, да, да. Это очень круто. Это очень атмосферно. И вот именно вдвоем. Мне кажется, вот одному все-таки тухленько здесь будет, конечно, бегать. И... Да вообще, в принципе, любая ММО, она же явно, наверное, на то, чтобы играть с кем-то. Разве нет? Ну, здесь хотя бы, я надеюсь, нет такого, как в Destiny, где ты не можешь пойти на масштабный рейд, потому что у тебя нет друзей. Да. Не, ну там как маленькие рейды на четверых они делали подбор, а вот именно с большими, с большим количеством как-то они посчитали это ненужным. Что-то подожди, я сейчас открою карту. И что-то куда-то странно пошел у меня. Нет, вообще все правильно, да, я иду. Да, мы все правильно идем, просто путь сократили. Ох, кто-то машину хочет сломать. А, это какой-то, слушай, это какой-то типа этот... Опорный пункт. Что делаем? А я думал, мы пошли по основному заданию, я понял. Так этот опорный пункт, потому что туда и нужно.
Помнишь, мы сейчас придем, будем его защищать. Не помнишь? Нет. Ну было же, блин, где он. Но основное здание, где ты заходишь, а он еще так медленно идет. Это не музей. Музей, посмотри по карте, он вообще в другой стороне. Этого так, задания стоп. Вообще не было. Так это вот, это... Не-не-не, вот включи карту. Так я включил. Отдали ее, и видишь, посередине операция, такое огромное здание. Подожди, я вижу еще дальше какой-то опорный пункт. Мы сейчас так, посередине. Это типа, как я понял, мы разблокируем. Где, подожди, где посередине? Ну там вот направо смотрю. А, блин, нифига себе. Здесь какой-то просто опорный пункт, типа сейф-зоны. Все, так, ладно, идем туда. Сюда не будем заходить? Так не, ну давай сходим. Сюда на вниз. Давай. Мало людей. Их командир пытается выбраться из-под огня. Все, вход в безопасную зону. Мы в безопасной зоне. Ага, спасти заложников. Ну, не успел, ну ладно. Так, и что здесь? Тут есть ящик. Может, здесь хранитель этот есть? Давай. Ну вот мы, в принципе, откроем для себя сразу же, да? О, спасибо, открыл мне дверь. О, вам понравится. Так, где этот хранитель? Плотные пункты. Где хранитель? А, типа между ними можно перемещаться. Увидимся. Ну вот, отлично. Тайник. А, кстати, ну-ка, тайник, что-то там. Ой, фигня одна. Торговец оружием. Предлагают. Приятно познакомиться. О, блин, я тут какие-то побочные операции набрал. Тебе доводилось видеть меня в моем легендарном. И к нему подходишь? Он тебе дает. Я играю спецагента в популярном телесериале. Так что хорошо представляю себе, какие чувства ты сейчас испытываешь. Так, ну что, идем? Я буду снабжать тебе информацию. Он так разговаривает забавно. Ну да. Я буду снабжать тебе информацию. Так, а что там здесь? А здесь у нас... Здесь выход. Да? Куда-то. Агент. А, нифига себе. Нам бросили ящик припасов. Нужно забрать его срочно. Нам это по силам. Ну, давай пойдем, заберем припасы. Пойдешь? Да-да-да, кстати, вот... Смотри, след агента обнаружен. Джереми Кармель. Ну-ка. Проводится анализ данных, поиск агента. Ты куда пошел? Следы агента. А тут... А, мне кажется, это как раз в этот... Может, это? Да, в твою сторону. Выполним быстренько. Сейчас, телефончик подберу, где-то здесь валяется. Так, ну я к нему подошел. Защищать груз. Мы тогда до основного не доберемся. Нас все время чуть-чуть. Сейчас, я заберу груз. Ой, этот телефон заберу. Так, ну я уже здесь стою, еще никто не подошел. Внимание, приближается противник. Все уже приближается. Так, я бегу к тебе. Давай. Приближается, но его вижу, вижу. Пятого уровня. Эти говницы. Ух ты, тебе господи! Прям. Вижу. Там еще один сбитый. Отлично. А ну-ка иди сюда. Его убили, Ром. Ну. Нормально. Че, все? Да не знаю, мне кажется, сейчас, наверное, еще волна пойдет. Внимание, приближается противник. Ну, да. Стоп, нам выше нужно идти. Не-не, он, походу, сверху пойдет. Не-не-не-не-не-не, видишь, наносит урон. Нам выше нужно было идти. Как туда забраться? Там... Ой, вижу. Угу. Господи. Давай. Господи, ему сейчас уничтожат. Зараза. Хулиганье, блин. Приближается противник. Охренеть. Че, еще куда-то идти? Блин, тут телефончик рядом. Тоже забрать хочешь? Да, только не понимаю, где он, снизу, что ли? Да. А, вот. Алло? Тревога. Так, я иду к следующему грузу. По нему уже и огонь ведется. Блин.
Бляха-бляха-бляха. Давай, давай. Спускаюсь. Уй. Так, кто там хулиганит? Так. На. Блин, ну, здесь прикладом, я не знаю, невозможно реально убить. Ой, задача выполнена. И Ром такой лежит, отдыхает. Так. Ой. Давай, бегом. Внимание, приближается противник. В смысле приближается противник, не понял. Так задача не выполнена, что ли? Алло? Да я не знаю, что-то как-то странно. Прикинь, опять бак. Наверх, что ли? Ну да. Ёлы-палы. Я уже там? Мне кажется, сейчас-то мы не успеем. Так. Ой. Да, все. Внимание, припасы уничтожены. Все, не завершена наша миссия. Да ну и к черту. Ладно, сами пошли уже. Твари. Да, основной миссии уже нашли. Не, ну, кто знал, что здесь нужно будет так бегать? Я вообще не знал, что за здание. Толком. Блин, Нью-Йорк так-то большой, да? Что там с сезон-пассом добавят, интересно, еще? Большую подземку. А вот, кстати, смотри, вот, когда расширяешь, тут же у нас, по идее, только один остров доступен. Соседние они вроде бы и будут сезон-пассом доступны. Вот этого не знаю. Не, вроде так, слышал. Что, на операцию пойдем? Ну да, эту операционную базу. Что у тебя? Нам еще обязательно нужно будет сходить в Dark Zone. Ну конечно. Вот там, конечно. Агент, самый у сок. Нас тут какие-то проблемы с коммуникациями. Разберись, в чем дело. Ё-моё, смотри, опять дали. Не было, так что тут я тебе помочь советом не смогу. Не, давай все-таки дойдем уже до нашей основной. Не, ну пока так. Мы осматриваем вообще все, что есть. А уже дальше просто будет понятно сразу, какие миссии нам надо выполнять, какие не надо. Потому что я думаю... Сканируйся. Да-да-да, вот, кстати, с ним можно поговорить. Это, слышь, ты чё? Я сейчас тебе пойду в задницу. Такой вообще борзый. Да уж. Такой, ну и тогда иди в задницу. Так, и с ним вроде можно поговорить. Давай мирно разойдемся. Ты так усеменил, я пока бегаю, осматриваюсь. Тут целая толпа. Ну да. Они негров, что тут вопросы решали. Вот этим людям, когда помогаешь, там водичку даешь, они могут тебе раскраску на оружие дать. Ну, или одежду. Ну да. Но я пока еще не нашел тех, кому можно помочь. Да, нас пока только задницу послали. О, обнаружено, что, швейный квартал? Угу. Прикольно. О. Что-то подобрать можно? Да. Инструмент для крафта, походу. Ну да, прикольно. Вот, кстати, некоторые можно вещи ломать, и тебе такой же инструмент дают. Здесь, наверное, что-то крафтить можно. Ну да. Ну это так-то прикольно. Слышь? Где-то говорит. А, вон, смотри, с крыши кричит. Сейчас стрельну ему в окно. Все, скрылся. И свет выключил. Сразу обделался. Так, слушай, а почему-то у меня метка начала в другую сторону. Ну, это потому, что самый ближайший маршрут. Идем до основной. А у меня скипнулся. Так. Да, тут недалеко пошли. Она у тебя потом автоматически восстановится.
Я тебе не враг, правда? Да, ты мне не враг. И ты сканируешь все время что-то? Угу. Вон, видишь? 100 метров. Ты чего? Ты че? Ну да, здесь какой-то недружелюбный народ, мне кажется. Ну так еще бы. У них такая эта эпидемия тут началась. Люди с оружием мимо пробегают, и он такой: о, привет, друг. О, я вижу противников. Да, где? Вот. Труп. Шмонает. Говорит агент Фейлау, я уполномочен приказом президента и Министерства национальной безопасности. Директива 51. А что, подобрать можно? Операция «Ответ». Второй этап. 100 лет. Неплохо. Но вы не были, нас атакуют со всех сторон. Не знаю, чем вы можете помочь. А сейчас нам пригодится любая помощь. Откуда вам известна моя частота? Давайте жить дружно. Слышал? Вот первые дружелюбные. Конец связи. О, смотри, видео идет. На стенде, видишь? Внимание! Подключаюсь к местным каналам ОТГ. Отряд 43. Хорошие новости. Сообщаю, что... Так, что, идем помогать? Агенты, да? Отряда. Наконец-то, вас только за смертных посылать. Гоните их сюда! А, черт. Что их много тут? Прикрываешь на лестнице, Мартина, создает фланга! Давайте, давайте! Они кричат так смешно. Твою мать! Угу. О, тут какой-то босс, слышь? Да, тут да, был, да. Тут был босс в бете? По-моему, да. Блин. Так. Блин, сверху откуда-то шмаляют, я не понимаю. А, нет, это этот. Сейчас гранату ему как кину. Вот он вернулся, зараза. Да, босс поумнее этих ребят. Блин, а у меня патронов нет, прикинь. Пистолета буду ходить шмалить. О, дерьмо! Тут кричит. Так, может быть, мне хотя бы получше пистолет надеть. Он армейский. 4-го уровня. Так, я активирую щит тогда. Отлично, босса так, убили? Босса завалили. Здорово. У меня пистолет, кстати, блин, покруче это. Мои пушки. Покруче автомата. Ну. Ах ты, кто стреляет? Вижу. Так, подбегаю ближе. Дышите глубже. Ах ты, гранату решил кинуть? Где он кинул ее? А, ну, дымовую кинул. Да, да, да. Диспетчер, ситуация снаружи под контролем. Ой, что это меня... Запишите в отчет. Как ты... Пришел спецотряд и всех спас. Колбасит. О, спасибо, да. За отчет, отряд Браво. Будьте начеку, сохраняйте готовность. Чего? Да зашли в облако гранаты. Она типа... Теперь нужно обустроить газовая. Базу. Зайди туда, осмотрись. Я, наконец, обзавелась транспортом. Все, видишь, здесь он медленно ходит. Давай. Кстати, ну-ка зайди, ты меня... Система, а, да, так же пропадаешь, как тогда. Здесь так же я тебя не буду видеть, да? Да, скорее всего. Типа у каждого агент, своя нам база. Нам нужно наладить так, работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город. У нашей базы есть потенциал, но в данный момент она черт знает на что похожа. Чтобы привести ее в порядок, нам понадобится толковый персонал. В частности, врачи. В полевом госпитале в Мэдисон Сквер Гарден есть вирусолог, но тот район кишит бандитами. С ней мы сможем организовать работу медблока. Без нее. Командир ОТГ Бенитос сейчас в поле, и с ним нет связи. Верни его. Пусть займется силовым блоком базы. К тому же, я надеюсь, это повысит боевой дух ребят. Еще нам нужно электричество. Будет энергия, будет и нормальная разведка. У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось. Не найдем его, останемся без света. Исаак умеет сканировать все блоки базы и отслеживать изменения, так что ты всегда будешь в курсе дела. И чем лучше мы организуем работу базы, тем больше сможем сделать для города. Удачи вам там. В медицинском блоке сейчас полный раздрай. Тут нужен вирусолог, так как. Мне нравится, главное. Ну и мы останемся вируса, без света. Получать больше припасов. Не ничего, что без света вообще у них еще работать не будет. Ну да.
Есть такое. Силовой корпус пребывает в запустении. Еще здесь не хватает капитана Бенитеса. Его ВТГ обожают. Бенитес наверняка поможет нам ответ-данными огневой поддержкой, так что мы сможем очистить улицы от этой мрази. Так, ну что, я активировал два компа, сейчас еще один активирую. Че здесь? Где все-таки вещи могу получить? Без понятия, вот да? Сейчас надо посмотреть будет. Технический блок переживает не лучшие дни, но если удастся доставить сюда Ротса, дела пойдут на лад. Этот парень много чего умеет. Он из частной военной компании, и он умнее, чем может показаться на первый взгляд. Так, сейчас у меня будет ролик, потому что тут, когда встречаешься с ней возле выхода. А, погоди, я тогда тоже подойду. Так, у меня идет. Эй! Плохие новости. Я не смогу пойти с тобой. Ты же видишь, что у меня с ногой. Буду помогать тебе отсюда. Что поделать? Знаешь, как сильно я мечтала об оперативной работе. Я готовилась к этому всю свою жизнь, но... Но я не так себе все представляла. У нас ведь не должно быть привязанностей, да? Чтобы они не мешали взять и все бросить. Я так и сделала. Не помогло. Я к ним привязана. Это мои люди, это мой город. И мы его отобьем. Давайте-ка... Да, ладно, ладно. Вся надежда на нас. Нельзя их подвести. Куда же вы? У меня чумовой выбор. Так, отлично, ачивочка. Так, мне тоже. Инвентарь. Все-таки я хочу понять, где вот здесь что. Че где? Отсканирую карту. Мой товар как раз то, что вам нужно. А, ты хочешь понять, где можно все понял, вещи получить. Так, запрошу доклад. Изучайте. Сделать то, что предстоит тебе, и погибнуть. Причем наверняка ужасной смертью. Ну да. Они были лучше оснащены, что с тобой. Пополнение 16.26. Что это значит? А, ты видел? Продавцу подходишь, там написано, что через 16 часов 26 минут какое-то пополнение. Я нашел хранителя. Вы только что. Где он? А, помнишь, вот медицинский блок, если его насквозь пройти, там у дальней стенки будет столик с мужиком. Грубо говоря, если от входа, тупо вперед. Хранитель наград, вижу. Вот у него. Так, ты, так вот, видел продавца? Можно, короче, это... Ну, там, короче, когда подходишь к нему, там показано, что через 16 часов будет пополнение. То есть, ну ты понял. Ну, типа, каждый день новые эти. Прикольно. Приходите. Разве еще? Нет? Так, забираю все. Так. Ну, так же, как в Дивижене, здесь, возможно, будут еще и эти... Так, ну чё, давай каждый себе имидж придумает. Я буду в вязаной шапочке ходить, ты можешь кепку осады надеть. Она как раз такого черного цвета, знаешь? Ну, ты понял. Ты же на снайпером хочешь быть? Да, сейчас как раз посмотрим, что у нас здесь есть. Я подобрал, кстати, у него какое-то оружие. Ух ты. Секси. Так, а интересно... У кого, у кого? Ну, вот у этого мужика. Да. Угу. И оно уже с окраской какой-то. Смотрите, доберите, так, внешний вид. Головные уборы. Шапочка. Кепочка осады. Мне нравятся ликвидаторы шапок. Ну-ка. Ликвидатор? Угу. Ну, покажешь потом, потому что я пока впервые тебе это слышу. Так, я собирался без куртки. Так, спортивная толстовка. Блин, тут можно ходить в костюме, честное слово. Это да. Так, ботинки ликвидатора. Шарфики, ничего нет. Кстати, ты можешь куртку тогда снять и одеть это. Там а я без куртки, футболку, да. Футболку осады. Да-да-да. Я тогда не хочу с ней ходить. Футболку одену. Или рубашку.
вообще. Блин. Да, я буду такой чисто, как этот, как снайперы в кепке. Ну-ну-ну. Так, а вот какая-то у меня есть вся краска. Смотрите, доберите, пока не расхватали. И зимний. Я сейчас по приколу оделся как брокер, полностью в костюме. Подходите. Так. Выбирайте. Может, в следующий раз. Еще? Что еще тут интересного есть? Торгует снаряжением. У меня лучший ассортимент во всем Нью-Йорке. Лучший ассортимент во всем Нью-Йорке. Вы только зацените. Говорит таким голосом. Ничего так и не выбрали. Угу. Так, ну что, я не хочу ходить как брокер. Все-таки какая-то фигня полная. Я в туфлях особенно, блин. У меня, кстати, под 5 уровень мне дали какую-то эту перчатки. Мне нравится куртка. Одену куртку. Футболку. Что там со связью, еще не знаешь? Пока ладно. Ой, не, подожди. Так, а что-то у него тут еще было. Да просто видишь, как-то нет сочетания ходить. Каких-то тут. Так, сойдет, короче. А, у него, короче, слушай, здесь можно у него еще получать ключи от темной зоны. Аптечки, гранаты. Ага. Кредиты. О, и куча всяких этих. Для создания. Чего? Ресурсов. Да? Различных. Все понял. Так, ну и что тут? Детали. Можно взять дополнительное задание у какой-то женщины. Женщины? Я не танцую. А, кстати, сейчас заберу у него деньги. Вот 500 кредитов. О, производственная станция. Создать предмет? Что могу создать? Кстати, помнишь, я тебе говорил про... Тут правда можно создавать предметы какие-то? Прикольно. Да-да-да. Так, ну в принципе я все... Осмотрел все, что мне нужно. Нужно выходить. А ты? Я вот у него гранаты забирал. Что за гранаты? Откуда у тебя гранаты? Да у чувака были эти. Ну там, заходишь в самую последнюю менюшку. И там тебе предметов еще подгонят. Подожди, у хранителя наград? Да. Поглядите на это все. А, вижу. Кредиты бесплатно можно получить, да? Угу. Создание предметов. Детали оружия сейчас заберу. Сейчас мы продадим здесь то, что мне не надо уже. Вот это. Недостаточно места, офигеть. А это можно где-то хранить? Все же думаю, вы еще вернетесь. Это же можно хранить? Где-то, да? Да я думаю, просто у него оставляешь, потом как надо заберешь. Инвентарь. А, да можно, в принципе, в ящик сложить. Ну, я вижу. Отправить в тайник. Ну, я не знаю, вот модификацию отправлю в тайник. И а я получу. Вот хочу на автомат поставить какую-нибудь модификацию прицела. Вам надо это увидеть. Так. Черт, я, кажется, М-ку продал с глушителем. Вот это было обидно. Так, ну что, я на улицу выхожу. Давай. This way. О, подбор игроков. Что это? Не-не-не, это пока. Это обучение. А. Так, что у нас задание? Операция полевой госпиталь. Ну, сейчас нам надо будет в этот госпиталь идти, да. Тогда... Сейчас я выйду на улицу. Ты уже там? Да. Я больше на туриста похож, нежели на снайпера. Ну, снайперки пока нет, так что пока я турист. А ты, я смотрю, у нас университетский парень. Так, подбор игроков. Да, это все ясно, ребят. Мне нравится, у меня пушечка такая. Ну, ты так ничего выглядишь, прикольно. Друзья, татуировки чуть не видно. Да, на шее. А, ворот мощный, и она вот с этой с левой стороны должна быть у меня. У меня просто ворот, типа, такой поднятый. Но зато мне нравится мой зимний дробовик. Смысл? Я на него раскрасочку поставил. Ага, тоже
У этого взял. Хранителя наград. Прикольно. Ну что, ребят, тогда пока на этом закончим, а в следующей серии пойдем штурмовать стадион. Да. Так что, друзья, с вами был канал Black Horror Loki. И это была игра The Division. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо, удачи. Ребят. Да, и всем пока. Пока.